Мы сейчас пробуем с Женей гидрофильное масло. Можешь поделиться пару вот слов, первые А сразу ощущения? светло, светленько стало лицо, сразу осветлилось. Ну, оно практически без, практически да. нет, да? Ну, поэтому класс. Вот так выглядит гидрофильное масло. Кто не знает. Так, когда же губы? Вот. Ну все, мы Брала помаду, мы продолжаем. ее убрали. Да, мы сейчас продолжим весь уход остальное делать, и потом поделимся конечным результатом. Жень, поделись, как после гель-тоника, после масла, что заметила? Кожа светлая стала, и после масла точки ушли с носика. Вот. Потому что обычное очищение с этим не справлялось. А тут раз, и все чисто. Как ее захватывает. И в некоторых местах прям так покалывает чуть-чуть. Ну классно. И даже вот сейчас ощущение тепла такое на коже. Вот. Мне понравилось. Мы сделали наполовину лица, сейчас будем делать на другую, да, вот половину. Это. Да. Мне прям кажется, да. Вот я смотрю, что прям помолодела сразу. Губа. Да, где нижняя, вот это вот у нас губа, точку вот эту находим и проводим. Да, покалываем. Сильно не растягиваем. Просто проводим вверх, он может даже чуть-чуть, едва касаясь кожи, можно так. И можешь прям на точку ставить подольше, прям ставишь вот так вот подольше, вот так вот, хоп, точка, и вверх. То есть я вообще едва касаюсь, да, тебя? И вверх. Ну и так далее. Женя, поделись, как тебе впечатление после всех этапов, после ухода, после аппарата? Впечатление классное. Помолодела я. Лет на 5. Сразу. Что больше всего понравилось из того, что сегодня наносила, попробовала? Я так поняла, что ты гидрофильное масло, да, впервые попробовала? Да, гидрофильное масло я попробовала. Теперь я точно уверена, что мне оно нужно, потому что оно убирает черные точки. Особенно для моей кожи, то, что она у меня комбинированная. Вот это место, носик мне постоянно страдает. Вот. Отлично. Понравилось? Да. Рекомендуешь? Конечно, SkinPro тоже прям вообще очень шикарная вещь. Здорово. Приходите к нам на омоложение. Ну все, девочки, у меня теперь навязчивая идея приобрести SkinPro. Просто это шикарно было. И знаете, я еще в общем, такое слышала, что когда кожа хорошо увлажненная, она, когда руками трогаешь, она как резина. И вот я вот так трогаю, вот прям как резина. В общем, она такая прям очень классно увлажнилась с помощью вот этого великолепного аппарата, который дарит красоту женщинам. Вероничка, спасибо тебе большое.